Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников. Композиция к первой картине оперы Вагнера «Золото Рейна» Анри Фонтен-Латур. 1888 год, холст масла, 115/77. В композиции к первой картине оперы Вагнера «Золото Рейна» художник дал воле своей фантазии. Созданные его воображением фигуры дочерей Рейна, Ваглинды, Вельгунды и Фласхильды, да, тают в синем тумане, а их отражение мерцает волшебным золотом, блеск разливается повсюду. Все трое весело играют и плещутся, хотя им надлежит охранять гору золота, которая дала название произведения. В левом нижнем углу темным силуэтом Латур показывает Нибелунга Альбериха, который вылезает из омута и привлекается блеском драгоценного металла. Живописец обращается к миру аллегорий, фантастических идей и образов. Картина отмечена печатью романтического пафоса с оттенком сентиментального рококо. Изящная манера письма, изысканное цветовое звучание и легкость кисти художника поднимают эти образы над уровнем традиционного аллегорического изображения. Ну вот такое описание я нашел в картине Анри Фонтен-Латура, композиция к первой картине оперы Вагнера «Золото Рейна». Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».